Для победы в региональном конкурсе личная презентация своего проекта – условие необязательное. Их решили защитить самые активные и творческие жители. Основной день для презентации проектов прошел в сентябре. Дополнительной возможностью воспользовались около 30 человек. Все они представители абсолютно разных профессий и организаций, разных возрастов и интересов. Не без внимания остался самый молодой участник конкурса. Идея проекта в том, чтобы дети с отклонением плоскостопия ходили по коврикам, в которых набита твердая или более или чуть-чуть помягче материалы, и это им поможет устранить плоскостопию. Свои проекты также презентовали представители общественной палаты Светлана Налепова, сотрудница МВД Одинцова Елена Жерелева, учительница начальных классов Ирина Дашкова и учитель физкультуры Даниил Бергунов. Тематика презентации разнообразна. Сфера ЖКХ, образование, культура, наука, популяризация здорового образа жизни. Самой популярной номинацией оставалась «Спасибо деду за победу». Как отметили члены комиссии, на защиту были представлены качественные работы. Заявители проявили высокую активность, и все проекты заслуживают высокой оценки. Призовой фонд премии, который присудят в 11 номинациях, составляет 180 миллионов рублей. Награждение победителей состоится 26 ноября. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».